Не так давно в сети увидел ссылку на прототипы TwistKite. Не прошло и 3 недель с первого общения, как прототип в 7-метровом размере приехал мне на Маврикий. Крыло небольшого удлинения с тремя поперечными баллонами. Система One Pump. На прототипе 2 силиконовых клапана, но в планах замена на один большой. Прототип в полете производит заметно лучшее впечатление, чем его внешний вид на пляже. Купол стабильно летает уже в слабый ветер и остается под контролем и при порывах. Большой D-Power хорошо сбрасывает тягу. Планка незначительно нагружена, лично для меня немного непривычно, зато удобно с гидрофолом. При необходимости можно быстро разворачивать кайт, меняя направление. Комфортная нерезкая тяга также удобна с подводным крылом, но не поразит опытных любителей высокими прыжками. Поддержка переднего края без роликов. По современным меркам довольно длинная и склонна запутываться, что правда не мешает перезапускать кайт с воды. Доработанная модель вполне подойдет для школы начинающих любителей, хотя, на мой взгляд, управление слишком легкое для учебной модели. Уверен, что сразу сшить фрирайдный кайт конкурент топовым моделям нельзя, или точнее слишком дорого. Мне кажется, что TwistKite вполне подходит для начального уровня, ориентированного прежде всего для школ, вполне адаптирован для условий легкого ветра, имеющий большой ветровой диапазон и стабильный перезапуск с воды.